Только на традиционные отрасли нашего сотрудничества. Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси начнется в июле. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президент России добавил, что подготовка необходимых сооружений завершится в ближайшие недели. В отличие от стратегического, тактическое ядерное оружие обладает ограниченной мощностью и радиусом поражения, предназначено для применения на поле боя. Власти США заявляли, что на вооружении ВС России имеется около 2000 единиц тактического ядерного оружия.